Всем привет! Наступает сезон клубники, и я хочу сегодня приготовить простые и вкусные слоечки. Для этого мне нужно тесто. Тесто у меня бездрожжевое, слоеное, смагазинное, клубника и сахар. Клубнику я сейчас переберу, уберу хвостики, хорошо ее вымою, обсушу бумажным полотенцем и порежу. Вот так клубничку порезала небольшими кусочками, можно, конечно, и мельче. Сахар сюда не добавляю. Сейчас буду ее выкладывать на тесто и буду добавлять понемногу сахара. Нарезаю тесто на три части. Я еще каждый кусочек теста чуть-чуть раскатываю. Теперь на одной стороне делаю небольшие разрезы до края где-то 0,5 сантиметра. Выкладываю клубнику на одну часть. Добавляю чайную ложку, 1,5 чайных ложки сахара. И второй половинкой сворачиваю. Слепливаю руками. И потом еще вилочкой. Все, вот так получается. И теперь отправляю на противень. Духовка у меня уже предварительно включена, 200 градусов. Выпекаться будут такие слоечки где-то минут 10-12. Ну, смотрите по своей духовке. И так я делаю с каждым кусочком теста. Слоечки смазываю желтком яйца и отправляю в духовку. У меня закончилась клубника, но осталось 2 кусочка теста. Поэтому я сейчас экспериментирую. Порезала сюда банан. Вот здесь у меня бананчик и здесь. Не знаю, с бананом никогда не пробовала, никогда не делала. Вот сейчас попробую, потом расскажу, понравилось или нет. Сахар в середину не добавляю, потому что банан и так сладкий. Первая партия слоечек готова. И сейчас уже приготовятся вторые. Можно, конечно, присыпать сахарной пудрой, но я оставляю их так. Достала уже вторую партию слоек. И я очень хочу попробовать слоечки с бананом, какие они получились. Потому что какие они с клубникой, я знаю. С вишней я тоже знаю. А с бананом я готовлю первый раз. Поэтому сейчас буду пробовать. Скажу коротко, слойка с бананом мне не понравилась. И готовить я больше с бананом не буду их. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.